Да, пускать на тебя выходит какой-то сомненская муха. Есть. Руки назад. Вообще визуально посмотрели, да? Нет. Так, посмотри, чтобы ничего не было. Сегодня ночью вас задержали за что? Не знаю. Не знаете за что. А вот мужчина по имени Арарат, вам знаком? Знаком. Да, у вас с ним сегодня встреча была, с какой целью? У меня с ним не было встречи сегодня. Ну, его вместе с вами задержали, он к кому приехал? У нас много было кому-то, наверное. А вот у вас изъяли, как исследование показало, наркотическое вещество. Оно кому принадлежало? Не знаю, у меня ничего не было. Ничего у вас не было. А вы вообще употребляете наркотические вещества? Нет. Не употребляете? Никогда не употребляли? Никогда. Понятно. Работаете? Нет, инвалид второй группы. Первой группы. Вором в законе являетесь? Не являюсь. Уголовное имя? Нет, уголовное имя. Ну как называют? Арсен Ереванский. Понял, спасибо.